Привет, меня зовут Юля, и сегодня у нас будет распаковочка заказика с сайта Мыло Опт. Заказала я 26 числа, вернее, 24 декабря я заказала, а пришло посылка 16 января, ждала ее практически месяц. Это меня очень огорчило, поэтому руководство прошу как-то повлиять на это. Постоянно связывалась каждый день с техподдержкой, кормили обещаниями. Я уже хотела отказываться от посылки, но она все-таки пришла. Так, открыта посылочка у меня. Первое, что попадается, это сам заказ. Накладная на него. Заказала я на 455 гривен. Можете пробежаться легонечко. Ну, я сейчас вам, собственно, все и покажу. Так, первое, что бросается в глаза, это такая вот формочка танк для мыла. Очень хочу попробовать. Прямо после распаковочки и начну. Такая вот. Идет следующая мыльная основа с маслом ши. Производство Великобритания 1 килограмм. Заказала по килограмму белой и прозрачной. Следующая идет прозрачная мыльная основа. Тоже производство Англии 1 килограмм. Пока ждала посылки, искала много отзывов о этом сайте. Нашла, наверное, 80% отрицательных отзывов, чем положительных. Потому что все говорили, что мало того, что, как у меня оказалось, доставка очень длинная, как сказать, долгая. Так еще пишут, что какую-то гадость приносят, ну, привозят не то, что заказывают люди. Но пока у меня все сходится, не знаю, как оно по качеству. Надеюсь, без сюрпризов, как говорится. Так, и следующее, что в посылке. Больше коробки ничего нет, он пустой. Такой вот пакетик. Здесь пришли пигменты флюоресцентные, салатовый, лимонный, красивый очень, оранжевый, ярко-розовый, неоновый, синий, все по 5 грамм, и такой красный, но он тоже более розовый, можно сказать. Такие вот флюоресцентные пигменты. Дальше что у нас идет? Такая вот люфа. Надо в кипяточек положить, будет массажное мыло, как мочалка. Следующее, такой вот спрей заказала для спирта. Тюбик. Так, дальше. Это термопленка. Я думала, по видео все говорят, она приходит как бы двойная, здесь она пришла одинарная. Заказала 5 метров, надеюсь, не обманули. Вымерять не буду, измерять. Так, следующее улетело. Кокосовое масло 25 миллилитров. Так вот. Надеюсь, тоже не разбавленное, то начиталась этих отзывов, теперь переживаю. Ну, так скажу, репутация у вас, Мыло Опт, не слишком хорошая. По неопытности заказала. Если бы сначала прочитала отзывы, то бы не заказала. Так. И говорят, что много всего не приходит, что заказывают. У меня все хорошо пришло, так что не буду. Может быть, я хороший отзыв напишу. Две пипеточки. Так, и дальше у нас идет красный пигмент, такой, как больше как коричневый, темный очень. Черника, андушка, производство Франции. Цитрусовый микс, андушка, производство Франции. Андушка, жвачка, Испания, производство. Все по 10 миллилитров. Желтый краситель, но он больше как светло-коричневый. Не нравятся мне их пигменты, не яркие. Надеюсь, эти будут хорошие. Ну, только их разводить нужно. Так, клубника со сливками, одушка, производство Франция.
хвоя, алоэ, эфирное масло, производство Германия. И последнее, что здесь было, это синий пигментный краситель. Так, такие вот были посылочки с сайта Милаопт. Пока ставлю твердую пятерочку. Посмотрим на как оно будет делаться или застывать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!